Всем добрый день! Если вам чего-то захотелось вкусненького, но в то же время легкого, то запеченные яблоки – это самое то. Готовить мы их будем в микроволновой печи, быстро и очень вкусно. Кому интересно, оставайтесь с нами. Итак, нам с вами понадобится мед, сахарная пудра и яблоки. Сейчас мы вырежем сердцевину у яблока. Сейчас берем мед и кладем в каждое яблочко. У нас с вами мед горчичный. Можно положить любой, какой у вас есть. Сейчас отправляем наши яблочки в микроволновую печь. Ставим на 7 минут. Открываем. Вуаля! Достаем так горячо. Берем прихваточку. Посыпаем сахарной пудрой. Итак, наши с вами запеченные яблоки готовы. Если вам понравился рецепт, не забывайте делиться с друзьями, писать комментарии, а мы с вами увидимся в следующих видео.